А перед началом видео советую ознакомиться вот с этим видео, для того, чтобы быть в курсе, кто такой Серега и почему я ему помогаю. Только при одном условии: если ты новенький на моем канале, Серега объявился, пойду сейчас пообщаюсь с ним. Мы уже в том году как-то все сделали. Привет. Привет. Как дела? Как дела? Как у тебя дела? Да так, блин, нормально? Нет. А где ты пропадал? Я тебя 2 дня искал. Да я 2 дня дома был, у меня давление 190 было. Понятно, ты в домино играешь? Ну, не играю в домино, то просто у меня это... Это было когда-то домино, а сейчас мне копилку дали для мелочи. Я понял. Смотри, короче, помнишь, мы видео снимали с тобой? Да. Я ж выкинул видео, как ты просил, распространил его. Понял? Теперь люди хотят задать тебе пару вопросов. Ты не против ответить на них? Да нет. Как тебе дядя относится именно к тебе? Да не очень, я тебе скажу. Он тебя обижает? Да, вот, ты знаешь, вот он меня часто так бывает, выезжает, ни с того ни с сего начинает тыть. Бить начинает? Ага. Просто так? Да, еще это, когда врезал кулаком так, что тут полоса была. Угу. Слушай, сколько твоему дяде лет? Да, с 72-го года. Он, короче говоря, мне прямо так и сказал в лицо, говорит: слушай, ты... матюком. No. Если, говорит, если ты еще раз появишься у меня во дворе, говорит, я тебя пристрелю. А получается, у вас общий двор и 2 дома стоит? Да, дворе, 2 дома на дворе. Только он живет на поселку у жены, у квартиры. А хата закрытая, там он свои запчасти хранит. А, так тогда почему он тебя прессингует, если он живет в квартире, а ты себе идешь свободно к себе в дом? Он живет с женой, так она же ну как сказать, они живут вместе, ну она такая, что в любой момент ему под задницу дать. Угу. А ты не говорил с его женой насчет того, чтобы, ну типа, почему дядя так ведет по отношению ко мне и почему он мне не отдает документы? Ты общался с ней на эту тему? Не, потому что я ее не вижу. А, ты ее не видишь, да? Он заявляется, ну просто приходит туда, именно там, где частный дом, да, и начинает тебе рассказывать это все. Слушай, такой вопрос. А если мы тебе поможем, как бы, вернуть твои документы, там, неважно, как бы, как это у нас получится, ты будешь дальше милостыню просить или нет? Ну вот этот вопрос меня интересует. Нет, я, конечно, если вернете документы, поможете мне вернуть документы, я не буду уже просить милостыню. Хорошо, а насчет работы, ты не думал пойти работать куда-то? Да у меня же это инвалидность. А, у тебя пособие получается? Да, инвалидность. А, ну это хорошо. Дядя не забирает деньги? Да вот уж он пока я одну пенсию свою перевел по инвалидности на почту, а вторая еще на карточке, а карточка у него. А, получается, он и карточку забрал, и все документы, паспорт, и документы на дом, получается, все у него. Все у него. Понятно. Хорошо, как он вообще это... Ну вот ты приходил к нему, да, и говорил: верни мне, пожалуйста, мои документы, карточку. И что он отвечает тебе? Типа, нет, ничего больше не увидишь, и вали отсюда. Это, как же он сказал, Каша, ты не увидишь моих документов до тех пор, пока я не сдохну. Сейчас пытаюсь найти телефон для Сереги. Для чего нужен телефон Сереги? Для того, чтобы поддерживать со мной связь. Я очень много обдумывал, как поступить в этой ситуации. Может, позвонить уже дяде, потому что адрес дяди, адрес, где Серега живет, номер телефона у меня все есть. Но то, как дядя себя ведет по отношению к Сереге, я не знаю, как он будет вести по отношению ко мне и к другим людям. Вот. Поэтому я решил поехать в город Красноград. Уже непосредственно с Серегой, чтобы Серега был дома, я созвонился с ним, когда у него будет телефон. Да, и пойти в поселковый совет. Наверняка они знают про Серегу, так как Серега инвалид, и они должны помогать там через социальные службы, да. Были люди, которые начали говорить, что типа, да, этот парень шарлатан, ну, ты не в обиду тебе, конечно, но знаешь, как бы человек, и как бы просят выслушать вторую сторону, что скажет твой дядя, если он, конечно, пойдет на контакт. Если не пойдет, то я буду звать полицию. Ну, ты да. Не против? Конечно, не против. Хорошо, самое главное то, что если мы тебе поможем, ты больше не будешь просить милостыню и будешь себя спокойно у себя да. В доме. Да, все. Конечно. Все, это самое главное. Да. Как вы можете видеть, парень вполне адекватный, культурный. И видно в его глазах, что ему реально нужна помощь. То, как он говорит про своего дядю, что он его бьет. Будем разбираться. Серега попросил купить кофе ему, потому что на улице сейчас +5, поэтому куплю ему кофе и еще пообщаемся. Дяде я хочу позвонить, когда будет уже написано заявление во все соответствующие органы. Просто я очень сильно переживаю, чтобы дядя не приехал и тупо не побил снова Серегу. Вот поэтому я хочу держать с ним связь, чтобы он мне смог позвонить, отзвониться и сказать вообще, как обстановка, что происходит. Когда твоя мама еще была жива, как относился дядя к тебе и к твоей семье? Да как? Вот это он, что это? Вот это как мама была живая. Так он тоже. И при маме меня бил вообще. И маму избивал было. Серьезно? Да. Ну правда пока это после смерти дедушки, он в 95-м году был, после смерти дедушки перестал трогать. И а то бабушка рассказывала, что она бедная каждый день побитая была. И тогда перестал. Она это последнее время то это сначала она только тень видела. Потом второй раз попала в реанимацию, тоже 31 прыгнул. Одним глазом стала видеть, а последний раз, в третий раз попала в реанимацию. Вообще потеряла зрение. Ужас один, я за ней ухаживал, она бедная страдала невозможно последнее время перед смертью. Здравствуйте, а вы можете меня проконсультировать? Да, слушаю. Смотрите, такая ситуация. Я познакомился с бездомным, но это нормальный человек, я уже 2 дня с ним общаюсь. И он не по своей воле стал бездомным. Его дядя выгоняет с его же дома после смерти его матери. И он его бьет, всячески избивает. Все показания у меня есть на камере. У меня есть адрес, у меня есть номер телефона этого дяди. Можете вообще сказать, что делать, куда звонить, куда обращаться? Я понимаю, вы патрулька, вы сейчас делаете свою работу. Он пускай приезжает, пишет заявление, он сам может обратиться в любой территорию. В том по адресу, где он проживает, территориально обращается. Он немного больной, ну, он тогда инвалид. Ему никто не поможет, потому что лицу может помочь только в том случае полиция. Если человек сам собственноручно обращается в орган территориальный с заявлением о том, что его в принудительном порядке выгнали с места его жительства, если он имеет право на то, право собственность там, или какие-то иные документы по виду жилья, только тогда можно привлечь человека к ответственности. Хорошо, смотрите, этот человек, его дядя, документы держит у себя все. На дом документы, его паспорт, все у дяди. Вот с таким даже образом он только может обратиться с заявлением в полицию. С каким? Сам может, собственно. Собственно, а если ему помочь в этом? Человек, все, извините, мы выполняем служебные обязанности. Честно говоря, и неудобно у тебя было просить. Да не, ну блин, как бы все нормально, то есть я сделал, дальше посмотрим, что будет, то будет. Знаешь, да. Доведем это дело до конца. Как бы у тебя есть свой дом, ты имеешь право в нем жить, как бы ты человек, понимаешь, у тебя есть права, как у всех нас, вот. Все мы одинаковые люди, поэтому никто тебя не имеет права вообще ограничивать, там, даже если ты и там инвалид, и неважно, понимаешь, это тебя как бы... Ты человек в первую очередь, понимаешь? Да, в первую очередь человек.